Вы мне сразу понравились. Хорошие люди, порядочные. Живите сколько хотите. Они по-любому наркоманы. А она вообще проститутка. От меня вы что хотите? Правосудие? Так за что мне их выселять? У них по-любому нет этой московской прописки. Так у пол-Москвы нет московской прописки. Здрасте. У меня украли сумку. Бабушка, подождите. Что было в сумке? Наручники. Хотели кого-то арестовать? Ну да. За что? Ну, я не знаю, он сам попросил. Фу, проститутка. Что еще было? Была защита от мужиков. Перцовый баллончик? А, нет, обручальное кольцо. Еще что-то? А, кирпич. Это зачем? Ну, защита от мужиков 2. Если не помогло, обручальное кольцо. Что еще? Презервативы. Я так понимаю, это защита от мудаков, от кого не помог кирпич? Так, юморист, с квартиры что? Бабуля, я сказал, идите отсюда. Не буду я никого выселять. А вы подписывайте заявление. У меня есть влага. У меня есть влага. Она дождь и вода. Все то, что ей надо. Да, милая? Зайди после работы в магазин за продуктами. Сейчас посмотрю, сколько денег взял. А где мой кошелек? Короче, надо их выселять, да? Они наркоманы, я вам говорю, наркоманы. Вот глаза, вот такие вот зеркалки. Посмотрим. Да, а еще она проститутка.